Привет, друзья. Наверное, это будет уже баян, о котором все знают, но все же немного повторим. Как найти две бесплатные пушки на Левский? Итак, прилетаем на Левский, бежим до лифта, подходим к лифту, заходим в лифт, нажимаем Customs. И ловим очередной баг. Фак мой мозг! Это что вообще за хуйня? В рот мне ноги! Тут вообще что происходит-то? Заходим заново. И опять бежим к Customs. Находим Customs и в переходе мы видим чувака. Залазим на стойку, нажимаем X, когда мы находимся вдоль нее, и пытаемся пролезть прямо внутрь. Итак, когда мы попали уже внутрь этой комнаты, на полу лежит одна из пушек Behringer, а вторая лежит на ящике. Забираем, складываем себе в карман. И вылазим из этой комнаты точно так же. Параллельно ложимся кнопкой X, вылазим. Получаем пару синяков и довольные уходим с пушками. Ну вот и все. Всем спасибо, всем пока.